Всем привет на канале Мосолим. В работе сегодня у нас Kia Optima. Автомобиль разобрали. Сейчас подготовим поверхность проклейки, все обезжирим. По штатной шумоизоляции. Вот так выглядит штатная шумка в разобранном багажнике авто. Голые крылья, голые арки со стороны крыла. Немного, скажем так, завибрен. Завибрен от днище багажника. Ну, много металла, голого металла. Как следствие, шум, вибрации все в салоне. Так выглядит салон. Штатная шумоизоляция. Не виброизоляция. Штатных шумопоглощающих материалов здесь вообще никаких нет. Только за счет ковра. Работать будем по максимальной программе, делать шумоизоляцию и делать автомобиль комфортным. Двери авто разобраны. Передняя водительская дверь вот так завибрена. Вот такой вот маленький кусочек вибра. Вибрации. Все исправим, все проклеим, приступаем к работе. Закончили проклейку Optima виброматериалами. Все проклеено усиленным материалом, на горячий материал предварительно. Вибра разогревается до нужной температуры, и при проклейке все прокатывается валиком. Так, теперь у нас упакован багажник. Все тщательно проклеено и прокатано. Крылья, арки со стороны крыла, со стороны багажника. Все проклеено, прокатано. Готов также салон автомобиля. Максимально сняли вибрацию со всех элементов. Все прокатали также максимальным материалом. На горячую, проклеено, прокатано место задних пассажиров. Салон тоже готов. Двери, первым слоем двери клеим вибро. Внутренняя поверхность двери полностью проклеивается и прокатывается. Затем второй слой, шумопоглощающий материал. Вот на водительский уже проклеен второй слой. Также вся внутренняя поверхность двери проклеивается. Толщина материала 6 мм. И затем третий слой вибро уже ставится на место. Карты двери, щитки. И их тоже проклеиваем виброматериалом. И также все прокатывается валиком. Закончили проклейку шумопоглощающими материалами. Все проклеено усиленным материалом. Арки, крылья автомобиля. По левой стороне арочки. Крылья, все проклеено. Одним ковром заклеено днище багажника. Готов также салон автомобиля. Тоже все сплошным ковром. Проклеено по всему салону. И готовы двери. Четвертый слой шумопоглощающий. Проклеен на двери. Каждая дверь подготовлена. Все, автомобиль, шумоизоляция готова. Будем собирать. Закончили сборку Kia после полной шумоизоляции. Никаких следов сбора-разбора автомобиля не оставляем. 3 года гарантии нашей работы. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всем пока.